Ну что же, сегодня мы приступаем к нашей последней теме, которая называется «Воспитание лидеров в контексте основания церквей». Я не перестаю повторять, что воспитание лидеров является одним из ключевых факторов в создании здоровых церквей, способных к воспроизводству. Поэтому мне хотелось бы поговорить об этом более подробно. Безусловно, существует немало курсов исключительно по лидерству и подготовке церковных служителей. Мы же скажем лишь несколько вводных слов и общих замечаний, дабы дать вам общее представление по данному вопросу и проиллюстрировать свои мысли некоторыми практическими примерами. Итак, воспитание лидеров из обычных прихожан служит одним из ключевых факторов, обеспечивающих здоровье, рост, развитие и умножение церкви. Причем под воспитанием лидеров я понимаю не столько обучение в семинарии, не столько классическое академическое образование в области богословия, сколько формирование лидеров в контексте поместной общины. А точнее, общины вновь создаваемой. Проще говоря, речь идет о подготовке к служению обычных христиан, новообращенных христиан. Разумеется, это не альтернатива формальному богословскому образованию. Я считаю, что руководителям церквей и целых движений оно необходимо. Они должны разбираться в Священном Писании, уметь его применять, отвечать на актуальные вопросы и проблемы христианства. Однако на местном уровне такое серьезное образование требуется не всем. Надо сказать, что подготовка служителей в разных сферах церковно-общинной жизни предписывается нам Библией. Об этом, в частности, говорится в 4 главе послания к Ефесянам, стихах с 11 по 13. В них данная мысль выражена четко и ясно. Апостол Павел пишет, «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями». Вот такой лидерский состав Бог определил для церкви. Но для чего? Зачем? Об этом мы читаем дальше. «К совершению святых, на дело служения для созидания тела Христова». Другими словами, одной из главных функций церковных руководителей, а именно пасторов и учителей, является совершение святых. Это не какие-то особенные люди, причисленные к лику блаженных. Святые в библейском понимании — это верующие люди. Святые — значит христиане, просто верующие. Так вот, Бог дал этих людей церкви не для того, чтобы служили только они. Хотя в некоторых общинах все устроено именно так. Основные служения возложены на плечи пасторов и церковных лидеров. И многое зависит от того, как они с этим справляются. Здесь же написано, что все эти люди призваны, помимо всего прочего, а может и в основном, для того, чтобы совершать святых на дело служения. Для чего? Для созидания тела Христова. При этом дальше обозначена наша конечная цель. До каких пор? Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Разве не к этому мы стремимся? Разве не такими христианами хотим стать? Разве не желаем достичь совершенства и меры полного возраста Христова? Вот она, главная цель личного и общинного роста. Но Павел учит, путь от нескольких лидеров к общине, возрастающей в единстве веры и познания Сына Божьего, мужа совершенного в меру полного возраста Христова, без целенаправленной подготовки, без совершения святых на дело служения, пройти невозможно. Вот почему я считаю, что любой пастырь, учитель, или даже евангелист, апостол или пророк непременно должны обучать обычных прихожан. В противном случае, как служители Христова, они не исполняют одного из своих главных предназначений. Кто-то из пасторов возразит, «Но ведь я еженедельно проповедую, и довольно неплохо. Разве посредством этого я не воспитываю служителей?» Я бы ответил так, «Это прекрасно, но лишь для начала». Воскресную проповедь полноценной подготовкой паствы к служению назвать нельзя.
Для этого еще необходимо помочь людям выявить свои духовные дары, развить их, найти свое место в структуре церковного служения, хотя для укрепления веры проповедь, несомненно, важна. Тем не менее, наша цель — мобилизовать все тело Христово в целом и каждого его члена в отдельности, о чем говорится в 1 Коринфянам 12, будь то руки или ноги, для слаженной совместной работы. Свои функции должны выполнять все составляющие, а не некоторые избранные. Это один из ключевых факторов формирования здоровых церквей. Их рост, развитие возможны только при условии постоянного воспитания новых лидеров. Вот почему я призываю вас, не держитесь за служение. Некоторые чересчур к нему привязаны. Особенно пасторы и основатели церквей. Им так приятно слышать в свой адрес: «Лучше вас, проповедника, не сыскать». Или так: «Вы такой потрясающий душепопечитель, всякий раз вы даете такие мудрые советы». Приятные слова, правда? Но ведь суть не в этом. Не в том, чтобы во что бы то ни стало проповедовать самому, а в том, чтобы подготовить к этому служению других людей, к этому и ко всем остальным, воспитывать новых душепопечителей, учителей и так далее. Не самим держаться за свое служение, а обучать, взращивать новое поколение. Следовательно, мы должны переосмыслить свои подходы и переориентировать усилия. Сохранение собственного статуса в структуре церкви. Я пастор, учитель, основатель, душепопечитель, и в этом деле играю руководящую роль. На наставничество, на воспитание новых лидеров для данного служения. Есть такая притча. Однажды произошло землетрясение. От него пострадало много людей. Тысячи. Город оказался почти стертым с лица земли. В район бедствия прибыли вертолеты с мобильными группами помощи. И вот один из вертолетов приземляется, из него выходят врачи, парамедики, другие специалисты. Местные жители это видят и незамедлительно начинают доставлять к пункту помощи пострадавших. Группа разбивает лагерь и начинает прием пострадавших. На оказание помощи первому из них выделяют 3 человека. Со вторым тоже занимаются 3, с третьим и так далее. Вскоре свободных рук не остается, а очередь из тех, кому требуется помощь, продолжает расти. Тогда врачи говорят: «Будем работать круглосуточно, с минимальными перерывами. Надо постараться оказать помощь всем нуждающимся, людей надо спасать». Бригады работают почти без отдыха, и уже через пару недель просто выбиваются из сил. От переутомления врачи сами заболевают, и заботиться о пациентах они уже не в состоянии. В итоге они вынуждены уехать домой. Люди лишаются помощи. Но эта группа была не единственной. Вторая команда прибыла с таким же настроем помогать, с таким же чувством сострадания к чужому горю, но с намерением предпринять другой подход. Во-первых, они выделили ответственного за обеспечение людей чистой водой. Ведь если этого не сделать, больных будет еще больше. Отсутствие чистой воды всегда грозит ростом инфекции. Во-вторых, стало понятно, что помочь всем в должной степени все равно не удастся. Поэтому целесообразно обучить местных людей, которые пострадали незначительно, оказывать неотложную помощь. Например, перевязывать раны, накладывать шины и так далее. В этом случае объем необходимой помощи значительно увеличится. А врачи смогут заниматься преимущественно теми, кто находится в крайне тяжелом состоянии. И надо сказать, что и спустя несколько недель прибывшие специалисты были еще вполне работоспособны. А теперь вопрос. Какая из этих групп оказалась более продуктивной и смогла оказать помощь большему количеству людей? Вторая. Почему? Потому что привлекла дополнительные ресурсы и предприняла профилактические меры, сумев предотвратить какие-то заболевания.
Прибывшие специалисты обучили местных жителей основам оказания неотложной помощи. Конечно же, это был их стратегический выбор. Группа могла бы сказать: послушайте, ни профессиональных медсестер, ни уж тем более врачей за пару дней мы подготовить не сможем. Разве могут эти люди оказать пострадавшим профессиональную помощь? Профессиональную? Нет. Но какую-то могут. Так же, как могут спасти кому-то жизнь. Согласны? Так вот, в служении, скажу я вам, нередко происходит то же самое. Мы склонны избирать тактику первой команды. Работы много, люди приходят, каждый со своими нуждами, каждому надо помочь. В итоге служители просто выгорают. А вот научись мы трудиться, как вторая бригада, обучать азам служения новообращенных, чтобы те выполняли посильную работу, а мы — более сложную, больше будет и количество служителей, и объем выполненной работы. Да и силы сохранить нам тоже удастся. Но такой подход должен быть принят на уровне резолюции. Да, обученные нами лидеры малых групп, душепопечители и так далее профессионалами не станут, но базовые навыки они освоят и определенные функции выполнять смогут. И, конечно же, нельзя умалять значение профилактики. Болезни надо стараться предупреждать. Ну что ж, с помощью этой истории я хотел показать обоснованность и значимость подготовки новых служителей и привлечения их к церковной деятельности как ключа к правильному функционированию и воспроизводству общины. Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы — это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу TV-семинария.